Здорово, народ. Некроз против Арнкратос. Играет на 100% Mortal Kombat 11, блядь. Давайте посмотрим. Карманная кратосная рука против Некрозки. Играем FT5, господа. Ты играешь Mortal Kombat 11? Это что такое? Небрачная дочь Куан Чи Кана? Или что это за персонаж? Напишите в комментариях. Может, кузен Кана, блядь, и Куан Чи. Это чё? Кобра Волдеморта из Гарри Поттера? Пиздец. Почему Волдеморт одет как Лорд Огня из Аватара? И показывает свою кобру Некроски. Превратился в большую кучу дерьма. Откуда же такое желание захватить его? Остров дерьма, это новый мир в Mortal Kombat. Mortal Kombat 11 создали. Специально для фанатов этой игры. Не твое собачье дело. Почему собачья? Там кобра была. Начнем. Пиздец, кобра глубоко прошла. Ага. В этого деда, а теперь вышла. А вот так? А, это не работает, да, на него? Сделал захват, все получилось, говорит, не работает. Зачем Куан Чи выкинул нож? А, он с этими, да? С лаунчером играет. С каким лаунчером он играет? Он играет с тобой, ты Некрозка. Некрозный лаунчер, бать. Почему он атакует Шансунга ртом и в конце пердит? Смотри-ка, он после вперед один, заметили, он всегда тыкву дает. Всегда. После вперед один дает тыкву всегда? Какую тыкву? Где тыква? Да. Зачем Куан Чи все с арены выбрасывает? Абсолютно всегда. Он что, уборщица? Атакует ртом. О, естественно, он будет побэшить. Блять, трогает его шары, атакует ртом, пердит. Любимый персонаж Некрозки. И наказывать, да. А как вы думали? Наказывает. Своей коброй наказывает. Атака ртом. О-о-о. Кобра зашла глубоко. И три черепа тебе от он кобры. Он будет ПБшить. Помните, я играл за Кана с... У Кана зеленый цвет, у спецприема с пердежом. Шансунг высосал из жопы у него... Вот это, блядь, или чё? Другими чуваками, которые... Гарри, типа, ты следующий. Ну, не знали, что делать против вперед 1, 2, назад 2. Так вот, на Армана такая штука, ну, не будет постоянно действовать. Какая штука, которая есть у других игроков, не действует на Армана или Кармана? Какая штука есть у них и нету Кармана? Иногда будет. О чем он говорит? Потому что все-таки элемент угадывания присутствует. Но, как бы, он может побэшить. Перфект блочить эти штуки. О чем он говорит? Что это такое? Поэтому... Может работать, может нет. Опять змея Волдеморта. Это мы слышали. Это мы слышали. Игре 2,5 года. Это уже все слышали. Я вот, к сожалению, побэшить не особо умею. Ты умеешь атаковать ртом. Пиздец.
Воу. Ну нахер такое, блядь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Комментируйте, как вам игра Некроски против Арнкратоски, блин. Кратосная рука. Некрозный лаунчер. Блядь. И всем до скорых встреч. Всем пока. ПБШ.